Вот группа собралась в горы. В этом году первый раз мы выезжаем в горы. Наверное, поедем в Сукок, посмотрим. Там говорят, заповедник хороший. Вот вся наша группа. Вот и наша группа. Все в сборе. Это похожая машина. Вот с города никак не можем выехать. Видите, сколько машин. Вот наш водитель дышит. Он увидел женщин, вот музыку поставил. Про женщин, про красивых женщин. Да, движения много. Я тоже попадаюсь там, да? Да, конечно. Сейчас, смотри. Не, сейчас. А вот и наша Любовь Сергеевна рядом со мной сидит. Привет, привет всем. Так, сейчас мы споем мою любимую песню. Узбекистан Гульза. Красота, машин мало. Сейчас проходим через кишлак Сукок, который был организован. Местные, как говорят местные жители, когда были очень сильные репрессии в городе, люди смелые убежали от властей и начали строить здесь дома, садить сады. Даже то? Даже так, да. Это где-то в 30-х годах оно уже начали осваивать эту землю. Здесь были дикие горы. Вот в 30-х годах здесь начали осваивать, пришли первые жители, стали все сажать, и виноградник здесь очень хорошо пошел. Вот мы сейчас пройдем по этой красивой новой дороге, этой дороге где-то второй год всего, и зайдем в лесхоз. Лесхоз организован больше 50 лет назад, даже где-то сразу после войны. И смотрите, там... минуточку, как нам повезло с гидом, всю историю она знает. Пожалуйста, продолжайте. Вот, лесхоз в основном строили наши военные, солдаты, инженеры, очень хорошие. Почему строили именно в этом месте? Потому что здесь ущелье, чистая вода,
много солнца. А что она что делает? Рая! Горы! Я тебя! И очень, очень такое красивое лечебное место. Поэтому здесь построили лесхоз. Да, в нашем возрасте подниматься очень тяжело. Мне, например, очень тяжело дается этот подъем. Возможно, один из последних подъемов. Да, вот этот первый подъем самый тяжелый. Да? А дальше будет легче. Дальше будет легче, да? Прямо там вот ущелье, и вода рядом. Наши лёгкие к этому ещё не привыкли. Наша Лилечка подтянулась. Вон Вера подтягивается. Да, да. Подождем обязательно. Они поняли. Да, для нашего возраста тяжеловато поднимать. Одна группа отстает у нас постоянно. Вроде бы молодые. Самые молодые. Да, самые молодые. Все. У нас все были маленькие. Да. Привет, 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 привет. Привет, Маша, Маша. Наши. Поднимаемся мы к заповеднику. Да. Языки еще не высунулись. Действительно, мы проходим через Кишлак-Сюкок. Даже полпути еще не прошли. Поехали дальше. Начало приехали. Да, здесь очень густые заросли. Тяжело по горам ходить. А там выше, говорят, какой-то фонтан есть. Сейчас проходили. Это не фонтан, а чашма. А? Пещера какая-то. Там пещера и этот. А, водопад, водопад. Эй, уже старый водопад с фонтаном путаю. Ручьи журчат. Зеленая трава, деревья, как красиво здесь. А воздух какой! Вот наш блогер Петр Иннокентьевич. Вон девчонки. Красотища. Да, здесь очень красиво. Очень красиво. Столько деревьев. Да. Сейчас поднимусь еще немного выше. Дошли до нашей площадки. Сейчас посидим, подкрепимся, покушаем, а потом будем плясать. Вон там вдали, видите, группа детей. Это наш внук со своей группой. Приятно было здесь встретиться с теми. Звучит мелодия «Тоска по родине». Климат, как в Северной Корее. Горы, сопки, деревья. Вот какая красота! Горы! А мы здесь сидим, кушаем, подкрепимся. А ну посмотрели все сюда, помахали рукой, какие молодцы. Я у одного вижу 100 грамм, у второй вижу 100 грамм. Вот. Давайте, друзья, выпьем за такой прекрасный поход.
поселок Сукок, горный сад. Кто не был в первый раз, у них будет вообще очень такое хорошее впечатление. Как говорится, не в последний раз, чтобы мы были здесь, чтобы это мы были постоянно в походах и в таких красивых местах. За нашу любимую природу, за нас, за таких молодых, красивых, умных, смелых, правильно, успешных, которые не отстают на от внуков, тост от надо детей. Выпить. Давайте, за нас, товарищи. Дошли. Было тяжело, но мы дошли, дружно дошли. За нас. Выпьем и еще раз нальем. Высоко в горах!
Веселей! Лиля, рукой помаши. А то дочка тебя не узнает. Скажешь, куда это они залезли, да? Забрались. Это что за дерево? Фруктовое дерево, да? Урюпка, я нормально. Я же помещаюсь в кадре там. Да, теперь сами спускайтесь. Да, в горах все же очень красиво. Ходить, правда, очень тяжело. С непривычки. Еле-еле поднялся. Сколько раз отдыхал. А поднимешься. Какая красота. А вот мы и спускаемся. Вот наша группа спускается. Да, спускаться намного проще, но оказывается тоже не совсем просто. Вот спускаясь вниз, мы встретили местных, которым приехали девочки с Ташкента. Я правильно говорю? Вот вместе сидим. Студенты из педагогического, да. Студенты из педагогического, да? Говорят. Студенты, да? Из педагогического. Нет, вот так. Не забиться. В жизни всякое бывает. В горах можно встретить новых друзей и общение. Люди должны общаться. Сначала вдвоем встаньте. Выйти втроем, которые не были. Ага. Ага. Все. Хорошо. Давайте. Все встали. А горы берете? Да, в горы. Горы вдалеке. Самцу вот такой же делим. Кушайте, кушайте, ничего. Все нормально. Идем. Девочки, идемте все. Коллективно фото делаем. Фото коллективно делаем. Подходите, подходите, не стесняйтесь. Приготовьте деньги. Да, мы приедем тогда. Да. А, я думаю, что прощаемся, что ли? Да, собрались перед отъездом. Хорошо отдохнули. Да. Выспались, выспались. Бай-бай. Пока-пока. До свидания, до свидания.